какой таинственной казалась мне та ночь, я затушил свет. А сейчас какое состояние? Сейчас? Трезвый, блин. Показывает. Англия. Английский флаг, да? God so the Queen, поет Sex Pistols, да? Как все клево. Со стороны России. Сидят там участники, да? И показано. Владимирский Централ. Ну ты чё это? И чё это такое, ну, а? Взлетаем! Вот так. Они это и не говорили, понимаешь? Чисто друг другу. Вы сами виноваты, я-то не хотел. Сюда, пожалуйста, не входите в этой обуви, в вашей снежной, в этой... обуви. Что? Что смешного? Заткнись, ну что дальше? Заткнись, сам заткнись. Мотобайкер звучит серьезно и байкер звучит серьезно и внушительно. Девушка, отвали, гнида. Что же вы так? Может быть, я хотел просто... Иди, 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 мальчик. Простите, девушка, а не подскажете, когда вы сейчас... Я и без тебя хватает ухажеров, да и покруче. Ну что, чувак, ты игрался? Ща ты получишь. Сейчас наш приятель тебе уломит. По первое число. И
видишь, ты на чужую девку набросился, а ты его ничего так. Чего? А где он? А где Колян-то? Где он, блин, ё-моё, блин? Ну пойду поищу, что за это? Что за фигня, блин? А, вот он. Когда? Твою чувиху какой-то студент цеплял. Это не Колян. Снимай. А ребят, если вы не против, я у вас именно посплю, слышишь? Куда ложишь? Сюда? У меня... Это глюк... Глюк-матрица. Дежавю. Глюк-матрица. Глюк-матрица, да. Матрица. На самом деле его не существует. Вы должны просто поверить и пройти сквозь него. О, смотри-ка. Давай. Размахну. Клюквенный. Я тоже. Дурак, вместо пива, блин. Я раскрыл его. Ну чё, держи. Куда? Выбирай гашка с кровати быстрее, он мокрый. Я его убрал, у тебя пиво вот только здесь осталось. Саблезубые обезьяны. Они это и говорили, понимаешь? Друг другу. Они же говорят, что я гашу, блин, ты пиво всё разобьёт. Классно. Так всё и случилось. Классно. Ну вы сами виноваты, я-то не хотел. Сюда, пожалуйста, не входите в этой обуви, в вашей снежной, в этой обуви. Что? Что смешного? Мэнсон вынул себе два ребра, чтобы самому себе мог достать. Себе сделай, собака. Андрюха, меня снимай. Я считаю, основная в этом деле проблема – бездуховность. Бездуховность к себе, к миру. В этом... значительная проблема. Яша, скажи. Яша, и есть последний телефон, который можно набрать сюда? Мне назад ему. Он мне звонил по телефону. Определился? О-о-о! Если он все это позвонит, то должен быть. Ка-ка-ка! Ра-ка! Саня, у вас там все или нет? Нету. Он не определился. Мэрил Мэнсон. Паш, кинь сюда, малыш, у меня... Не, это, короче, Мэрил Мэнсон. Арнольд Шварценеггер. Киборг-убийца. И восстали машины из пепла ядерного огня. Алло, это Коша. Сейчас в первую очередь. Ты сдурел, что ли? Я тебя не просил этого говорить. Сок есть персика, на самом деле, меня здесь нет. Ты снимаешь фантом. Мих, подойди к телефону. Он не может. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас узнать? Да. Как приехать на благодатную? А может, курица? Yeah.
выпилил, блядь? Че ты мне дверь выпилил, блядь? Че ты мне дверь выпилил, блядь? Давай делай дверь быстро, блядь! Алло, шеф? Номер 215. Обнаружен труп. Лежал в шкафу. 215. Что-что? То есть как 216? Так значит, это не тот? Понял. Связь прекращаю. Не тот. Ладно, и так сойдет. Мы даже можем играть концерт, когда вот вообще ничего не понимаем, ничего не видим, просто лежим, а концерт идет, мы можем петь также песни, то есть, ну как лунатики, мы вообще лунатики. Все. Так, все встали, я спать буду. Развеиваем мифы, что артисты бухают водку. Нет, артисты у нас пьют чай. О, привет! Я атеист, девушка. Девушка, вы поняли меня? Ты ебаный по-русски говори, я твой даже язык не понимаю, ебаный в рот. А можно со мной сейчас этот кадр на Андрюху? Это стереть можно, если что? Конечно. Смотри, Андрюх, давай. На Андрюху, не на меня, на Андрюху. Поближе, по мне поближе. Поверните боком, Андрюх, на бок поверните. Вот так. Давай, сиди. Мы с князем здесь сидим, разговариваем. Давай, скажи чай. Аллилуйя! Чай Ричард. Королевский чай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы смотрите канал Neo Music. Аллилуйя. Чай Ричард. Королевский чай. Оп, горшок шарит за английский язык. I'm горшок! Вы знаете, кто этот мощный старик? Не говорите, вы этого не можете знать. Это гигант мысли. Отец русской демократии. Он к императору. Короче говоря, мут князь и горшок. Наука. Все. То есть человек-то есть наука, которая, ну, наука сама. По-моему, это есть основная. Все нужно. Пахнет як. Именно наука, потому что наука именно дает, а мы даже как сказать, бессмертный человек. Не так.
все, что, допустим, все, что делается, любые технологии, это все благодаря человеческому прогрессу. Все благодаря этому методу. Играл на мандолине. Чистый свет, просто выключай. Перед этим Тиму вашего не музыка. Вот чем бы вы сейчас хотели заниматься? Чем бы вы смогли? Ну, прямо сейчас, может быть, сексом. Блять. И ты говорит. Вообще мы творческие люди. У вас нет чая, так что мы идем к вам. Да, пока. До свидания. Яшенька, Яшенька, Яшков! Молодцы. Долго репетировал. What? Маша, это, в общем, будем так говорить, плод... Какой плод? Подожди. Маша, это плод древа панк-рока. Ну, наши дети, конечно. Хой. Хой. Ой, а, хой. Значит, вопрос такой. Как вы относитесь к некоммерческому панк-року? Это кто? Ну, собственно говоря, мы начинали... Адаптация. Подожди, мы начинали как сами, как некоммерческие. Коммерческие, некоммерческие, ну, это просто... Ну, и чем вы кончили? Блин, я сейчас кончу. Придурок, блин. Это самое... Ты просто не понимаешь, что говоришь, ты понимаешь? Коммерческие, это просто фраза, говорит, коммерческие. Тебе, значит, повезло или не повезло, ты понимаешь, да? Ну, ты не знаешь, что задача такой определенной, урок-групп не может быть, ты понимаешь, да? Что быть, зарабатывать деньги. Коммерческие, это зарабатывать деньги, ты понимаешь, что такое? Ты хочешь, что я хотел зарабатывать деньги на музыке, что ли? Ты что, а? Ты это хочешь? Ты что, ты пацан, что ты сказал? Ты это хотел сказать, да? Да. Пошел вон из радио уже. До свидания, Артемий. Похоже, что с вами больше не поговорить. А посещаете ли вы свой чат в официальном сайте? Если да, то как часто и какой у кого ник? Это если не секрет. Мы не часто. Нет, ну, так как у нас ников нету. Как ник это? Горшок есть? Нет, на сайте имеется в виду, там свой ник люди придумали. Это и есть кликухи, да, имеется? Нет, ну ты можешь быть горшком, а на сайте ты будешь там ходить вроде Франкенштейна. Не буду я ходить вроде Франкенштейна, я... К примеру говорю. Ну мы очень редко ходим, там за нас ходят и пишут наши имена, называют нашими никами. Мы сами. Ты же понимаешь, князь это ник. Да я врубаюсь, знаешь? Это я бы тебе объяснил. Да. Ну ты там вообще вот не шаришь в этом деле. Я не шарю! Ну конечно. А ты шаришь? Конечно, ты только знаешь, что такое PlayStation и как через PlayStation в интернет заходить. А через PlayStation в интернет не зайти, поэтому. Через PlayStation в интернет не зайдешь. Ты не знаешь, через Dreamcast войдешь. Понимаешь? А PlayStation не зайдешь. Dreamcast? Короче, ладно, гнать. Мы любим играть в игрушки, на самом деле. Любим стратегические игры. А всю эту интернет мы не совсем любим, на самом деле. Это для нас... Да, просто я хотел, знаешь, что сказать, на самом деле? Понятно. Вот, я хотел сказать, что интернетом у нас занимаются Яша и Балу. Вот они там со своими никами уже, как говорится, своими никами обосновались. И если кто-то хочет связываться с группой таким или иным образом, они могут выходить на нашу страничку, там, в гостевую, все эти дела. Но это всем им известно, кто в интернете там копошится. Или общаться там с тем же Балу. Он туда входит под ником Слоник. Слоник. Секрет раскрыт. Шутка. Так, понятно. А вот откуда у вас такая средневековая стилистика? Почему? А я же поросенок. Ля ты крыса, а? Ник такой у него. Привет, смотрите Музвидео.ком. Больной, которого вы видите, наблюдается психиатрами уже более 20 лет.